Итак, в этом же месте второе осматриваем трактор. Сразу задние колеса, блин, нестандартные какие-то. Я даже не знаю, были это такие мтызовские или не были, но какие-то странные. Сразу по поводу оси, блин. Что-то здесь намудривши. Однозначно. Непонятно что. За каждый трактор хотят 150 тысяч. Второй трактор, смотрим. Ну, здесь передние рулевые тяги поменять, ступицы. Родные только две шпильки уже в ноль на трех болтах. Колеса, покрышки сразу выкидывать. Да. Масло. Два уровня. А, под уклоном. Под уклоном стоит, понятно. Насос уже 16-й меняли. А, во, радиатор новый, ну, видать, на этот. Да, только капот особо не откроешь. На крышку денег не хватило. Колонку, блин, явно рулевую делали и сломали ее одно ухо. Профессионально, так. Уже радиатор помпу меняли, только почему-то старую оставили. Может, конечно, ее переменяли, перебрали нахуй. Да, лонжерон. Профессионально все сделано. Я так понимаю, что на этом тракторе двигатель был перебравший. Потому что в объявлении сказано, что перебравший, все новое, все поменявший. И я не знаю, но здесь, видать, герметик новый. Нет, прокладка вроде тоже новая. Нет, старая. А может быть новая, не знаю. На... Здесь все один герметик. Помпа, герметик, но я показывал. Радиатор. Вот единственное, что радиатор. Дальше здесь делали шплинтов с одной стороны, а та тоже старенькая. Ну-ка, круто они раскручиваются, ага. Но это может быть. Ладно, здесь. Здесь более-менее все мне нравится, но там вот кабины, растяжки профессионально, конечно, сделаны. Обратка брошена дополнительно. А это, видать, насос. Да этот, нет. Распределитель, наверное. Да, 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 скорее всего, вадиковская тема. Во-во-во, вот это. По навеске, растяжки, все пальцы новые. Ну, тут навеску делали. Плита. Тоже непонятно, что там делали. Вот, спрашивали. На мосту бывает здесь номер, бывает вот здесь номер. Здесь сделали топливную нормально, но здесь еще более-менее. Здесь половина. Крышку даже новую купили. Номер шильда здесь вот. Сейчас все остальные заодно шильды покажу и номера на нем. Где должны как. Теперь с этой стороны. Ну, кабина, она, в принципе, в лесу не нужна. Я так понимаю, что это... Лесные трактора. Там все. А даже проводка сделана, да? Да, только ее не соединили, нихуя ничего. Ну понятно. Ага. Ну этот, считаем мы с Серегой получше трактор. А этот можно брать. Ну, максимум 1000 за 50. Так, дальше. Ну, здесь опять же видны следы ремонта. Насос. Тоже перебирали, видать, вручную. Магнето новое, карбюратор новый. Это, видать, ну это профессионально вообще, нахуй. То есть... Надо подавление вырубить. Профессионально делали. А, краник вот еще новый. У нас такие колхозники есть. Ну вот. А это без камерка, дурак ты. Ничего не понимаешь. С камерка, блин. Ну, передок есть перебирать? Сухаря все разбито. И сухарь, и все, да? Ну, а это лесные. Короче, за каждый трактор хотят 150 тысяч. 150 тысяч. Мы взяли бензин, все, предлагали их завести. Да, еще лобовое здесь. Летний вариант, мне кажется. 150 тысяч, ну, просто я не вижу вообще смысла и заводить. Когда? Рулевую колонку, вот. Лопнуто. Сломан.
Прикольно, прикольно. Ну, опять же, Серег, мы с тобой прокатились. Так, номера не показал, значит. На мосту показал лонжерон. Вот лонжероновский номер. Мосту показал, шильды там показал. Двигатель сейчас покажу, шильда. Вот. Еще хочу сказать, что если кто-то у кого-то нету и кто-то будет заказывать делать, обратите внимание, они там по годам, по двигателям шильды шли разные. Смотрите, чтобы не перепутать.